Буэнос диэс, мис керидос амигос, ядерный рассвет на заре ваш экран, и это значит, что мы сегодня вне закона. Это Коннор, это Детройт. Become human. Сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки, а мы начинаем с этого ебучего виртуального сада. Здравствуй, Коннор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Кипап, марфока. Блять. Йокас надо было держать зажатый. Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи. Что ты выяснил? У меня довольно сложные отношения с лейтенантом Андерсоном. Его психологические проблемы осложняют дело. Пьет, сука. Пьет, сука. Расследование – самый главный приоритет. От результата зависит очень многое. Нельзя позволять никому мешать тебе в этом. Ты словно растерян. Растерян и взволнован. Это дело оказалось сложнее, чем я предполагал. Но я твердо уверен, что смогу его раскрыть и остановить девиантов. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Почему же не выстрелил? Девиантов следует брать только неповрежденными. Они ведь нужны нам для анализа. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я добьюсь успеха. Мне просто нужно время. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Думаю, такой, да как ты заебал-то со своей монет? Сука, я срисовал. 79-й этаж. Да как ты нас заебал своей монетой? Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. А, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Говнишко. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они пролезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги.
Ну, их и убили на месте. Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Сколько тут людей работало? 2 человека и 3 андроида. Девианты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов, погода против нас. Захотите посмотреть, что девианты пустили в эфир? Гляньте вон на том экране. О, лейтенант! Это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта. Он ведет это расследование. Это что? Мое имя Коннор. Я андроид из Киберлайф. Андроид вследствие по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Средний палец показал или мне показалось? Пошел в очко. Вот ведь ублюдок. Ублюдок, мать твою. А ну иди сюда, говно собачье. Так, давай осмотримся. Что найдешь, сообщай. Да, лейтенант. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА-9? Девианты считают, что РА-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Что-нибудь видел? Я определил модель и серийный номер. Есть что мне рассказать? Нет. Ничего. Пятна голубой крови? А, пулевые отверстия. Точно же, здесь спецназ работал. А вот тут уже голубая кровь. ПЛ-600, Саймон. Так. Еще пулевые. Так, и вон туда можно пройти, посмотреть, что к чему. Улик будет немного, потому что мы действовали самым мирным методом. Опять пулевые, но это уже пистолетные. Должны быть, да. 457 калибр. Странная хуйня. Thank you.
кипарь. Так, ну, суть потому, что он меня не отпускает. Угу, нам туда. Опа. Каковы твои функции? Я оператор студии. Назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Включи диагностику. Все системы исправны. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Так, где у нас записи с камер? Там у нас записи с камер. Никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Я так понимаю, что один из трех андроидов что-то знает, но не колется. Так, теперь давай подумаем, что нам делать с этими двумя. Так, курим мануал. После того, как мы починимся, потому что сейчас эта сука на нас нападет. Нужно потом будет добежать до придурка и достать оружие из кобуры мента, затем пристрелить. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Ты будешь навсегда отключен.
Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Ему вообще, по-моему, под хер. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Угу. Зачем уничтожать вас всех, если Девиант только один? Лучше сдайся добровольно, не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Угу. Задавать вопросы надо левому андроиду. Так, доставим нож. Так, и надо за 100 с мелочью секунд доползти до регулятора. Так, ползем. Ну уже еще минута остается, но мне похуй. Оп. Да, пизда рубашки. Ставим ствол и мочим. Ты неплохо стреляешь. Он был нужен живым. Зато не перебьет никого. Спас людей. В том числе меня. На крышу, заметьте, я вообще не ходил. Вы предотвратили бойню. Саймона я не нашел, но это на самом деле и не нужно, потому что, спойлерок, он вернется каким-то макаром на Иерихон. Я хуй знает, как он это сделает, но тем не менее факт остается фактом. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Лоис, пиписька, и до скорого. Адьос, братва. Увидимся в следующей серии.